Ну а теперь заучим следующее произведение. Называется «Зачин». Это оно применяется обычно в переходах между двумя пьесами. Маленькое произведение называется «Зачин?». А сейчас показываем детально. Детально играется «Зачин» следующим образом. Начинается он с пятой струны. Раз, два, три, четыре, пять. Начинается с восьмых нот. Раз и два. Пятая струна нажимается левой рукой. Вот. Раз. И здесь уже нажали левой рукой. Повышение на полтона. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Еще раз показываю. Раз, и. Здесь легато. Но легато — это игра без атаки. Вот атака, понимается, имеется в виду. Это игра с атакой. Была бы вот с атакой, игралась так. Раз, и. То есть извлекался бы звук. А легато уже не извлекается звук, а идет постепенный переход. Раз, и. Вот это прием легато. И вот мы играем легато на пятой струне. Раз, и. Два, и. Три, и. Четыре, и. Ну, указательным пальцем теперь мы уже играем 16-ми нотами. Это первый такт. Дальше. Также. Теперь уже следующий такт играется шестая, седьмая струны. Здесь восьмые. Вот. Раз и два. Раз и два. И три. И четыре. И. Еще раз. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Ну, первый, второй такт. Теперь их соединяем. Их должно получиться следующее. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Следующий такт начинается с первой струны. Вот. Также восьмые идут. Переход идет на раз, два, три, четыре, пять, на пятую струну. Раз, но поднятый на полтона, то есть нажатая левая рука. Еще раз. Раз, и. Левую руку отпускаем теперь. Два, и. Еще раз. Раз. Нажимаем левой рукой на пятой струне. Два. Это уже четвертная нота. То есть играются восьмые. Раз, и, два. Четвертная пошла. Три. Еще раз. Раз, и. Это пятая нажата струна. Отпускаем. Так, теперь до этого момента. Сначала. Раз. И два, и. Так, ритмический рисунок здесь похожий. Сначала две восьмые, а потом уже идут три четвертные. Так, далее. Также. Продолжается с первой струны. Но тут вы уже заметили, тут уже 4 восьмые ноты играются. Первая струна, пятая. Так, следующая нота нажимается. И опять возвращается к первой струне.
Еще раз. И только на пятой струне потом играется четвертная. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз и два и три и четыре и. И завершающий такт играется так же, как предыдущий, то есть первая струна, пятая, нажимается, опять первая и опускается на четвертую струну. Вот получается следующее. Раз и два. Полностью пьеса звучит таким образом.